Добрый день, господа инвесторы и наблюдающие. У меня тут произошло маленькое приятное событие. Я получил дивиденды. Начислены были вчера, 16-го. Я, кстати, их не увидел сразу. Мало, но приятно. Ну и сумма была введена небольшая. Так, смотрим. Вот операции включаю. Значит, вот сегодня я пополнил 905 рублей. Это у меня на карточке оставались деньги. Пополнение брокерского счета. Это по приглашению, по моему, пришел человек. Открыл счет брокерский себе. Пополнил на 10 тысяч рублей. Кажется, там условия. И мне Тинькофф подарил акцию от МТС, я ее продал. Вот на счет на брокерский пришло еще 338 рублей. Приятно. И была вчера выплата дивидендов по акции Северсталь на 293 рубля. Смешно, конечно. Давайте зайдем в портфель. Посмотрим, сколько у меня этих акций. Вот, а их у меня 19 штук. И дивиденды были выплачены. Вот, 4 сентября были начислены. 15.44 на одну акцию. Ну и, соответственно, выплачены. Вот такая вот петрушка. Так, смотрим еще раз операции. Выплата дивидендов. 293 было удержано. НДФЛ с этих акций 38 рублей автоматически. Деньги были зачислены на счет на брокерский. И теперь у меня на брокерском счету, вот рублей, смотрим в самом низу, 1582. Так, я сейчас, наверное, еще пополню чуть-чуть, чтобы докупить акции. Вот этих вот Сбербанк России, привилегированные, хочу купить. Они немножко дешевле простых акций, потому что дивиденды здесь будут начислены 1 октября в размере 18,7 рублей на одну акцию. Доходность у них 8,5 почти процентов. Ну, чтобы не покупать другие акции какие-то, 1 октября начислены дивиденды. То есть я сейчас покупаю акцию. Сегодня какое число-то? 17, да? 17 сентября. Вот. А 1 октября уже придет 8% на эти деньги. Так что мелочи приятно. И, соответственно, пополняемся. Так, нам надо сколько? 2,220, да? Одна акция стоит. Да, 2,220 рублей надо. Потому что по одной акции купить нельзя. Можно купить сразу. Так, вот нажимаем «Купить». 10 акций, один лот, 10 акций. У меня денег не хватает, сейчас пополню немножко. То есть, как бы дивиденды плюс подарок, плюс остаток на карточке, вот 1500 рублей. Ну, дополнить надо до 2200. Это сколько у нас получается? 700 рублей, да? Вот, сейчас и дополним. Так, выходим отсюда, заходим в рубли. У меня есть на другом банковском счету там. Откуда? Оттуда. Ага. Значит, надо сначала пополнить карту. Ну, хорошо, давайте пополним сначала карту. Сейчас захожу вот на карточный счет Тинькофф банка. Я только отсюда деньги снял. Остаток у меня там 900 рублей было. Ну, вот сейчас я ее пополню. Пополнить с моей, так, с карты другого банка. Вот у меня в РНКБ есть там денежка. Сколько я там говорил? 700? 700 рублей, да? Готово. Перевести. Эта карта у меня другого банка привязана сюда. Сейчас смс придет с кодом. Вот он. 14-23-08.
14-23-08. Отправить. Ждем перевод. Перевод происходит моментально. Тинькофф работает просто шикарно. Вот смс-ка сразу пришла. Готово. Так, теперь можно, наверное, сразу закинуть на брокерский счет эти деньги. Заходим на брокерский счет. Сюда. Рубль пополнить делаем. Вот видите, уже со счета Тинькова предлагает он сумма 700 рублей. Вот. Пополнить. Пополнили брокерский счет. 2200. Нам теперь как раз хватает на покупку 10 акций Сбербанка России привилегированные. Раз. Купить одну. Вот так вот потихоньку я коплю. Комиссия 6,66 будет вот за покупку этих акций. 6 рублей 66 копеек. Покупаю. Куплены. Было у меня их 70, стало 80. Вот, 80. Смотрим дивидендики, умножаем на 18,7. 80. 80 умножить на 18,7 будет начислено, ну, неплохо. С такой суммы за один месяц я считаю, что неплохо. Но следующие выплаты придется ждать год, сами понимаете, да? Так, заходим. Нет, это не то. Не то я сделал. А. Так, выходим отсюда. Заходим. А, ну, в принципе, все, да. В принципе, все. Все, что я хотел вам показать. Могу прокрутить вам портфель свой. Еще раз. Вот потихоньку, видите, 68 тысяч у меня. За все время прирост составил 1,5%. 1000 рублей. А коплю я, вы сами знаете, совсем недолго. Так что как-то так. Вот можете просмотреть, какие у меня акции. Дальше валюту я так просто отслеживаю, там по одной штучке у меня. Всем спасибо большое, тем, кто смотрит. Ну и кому интересно, подписывайтесь, следите. Буду выкладывать по мере возможности. Спасибо, до свидания и да пребудет с вами сила сложного процента.